купи велосипед. Купи еще, видите, колготки. Хоть уже и там сентябрь, но в общем тепло. Гулять нормально. Гулять нормально, что тепло. Да. В Москве даже зимой тепло. Такая же погода была, это было ненормально. Некоторые в шортиках. Каждый шаг. Сегодня день города. Каждый возьмите шаг. Нас не въезд. Нам все отдавайте. Да. Да все равно две такие, дети наши шарики. Так, нам не вести все, не вести. Спасибо вам, молодой человек. Дети вам побольше здоровья. Оксана, что мне с ними делать? Я не знаю, я куда-нибудь. Ну как дети с шариками. Сейчас надо найти, кому их подарить. Да, сейчас мы идем в Муму. Это ресторан эконом-класс. Да, там еще завтраки, наверное. То есть мы успеваем на завтрак за 99 рублей. Не, а что, вкусный завтрак. Каша и что там еще сколько? Каша и роллы там. Самое главное, там тепло и сухо. Надо в одну связку тебе собрать и он где-то прицелит, чтобы они не потеряли ничего. Вот он не смешит. Ты так надеюсь, что дождь кончится? Я не могу. Ну как там? Давайте скидку 50%. Мы не можем. Мы догадываем погоду до сих пор еще. Эти орлы держат. Как там? Тут знаешь, в чем дело? Чем быстрее мы ее предугадываем, тем быстрее она меняется. Ну да, может быть так. Но они же не из шутки на это все. Эти орлы ошибаются один раз, но каждый день. Кстати, там замочек висит. Может, туда замочек наш повесит. На счастье. Шарик. Шарик. Так, у кого шарики? Я, короче, захожу, мы сейчас за руками, я вижу. Ага. Все шарики. Да?